Спортивная военно-патриотичная гульня «За Беларусь» в учесе перемагать включает трехборье, стрельбу с пневматичной винтовки и комплексные споборництвы. Удел у сегодняшних стрельбах приняли навученцы кадетского училища, лицея МНС и военно-патриотичных классов Гомеля. Усяго 9 команд. Свою трапность яны демонстрировали у положениях стоячи, с колена, сидячи за столом. Стреляли хлопцы за однольковой дистанции, але их мишени отрознивались по померы и конфигурации. На думку организатору, военно-патриотичная гульня позволяет подлеткам подтягнуться физическую подрыхтовку, научиться працевать у команде и завести новые знакомства. Соревнования, безусловно, приносят большую пользу. В первую очередь, они учат духу сплочения. Это взаимосвязь между военно-патриотическими классами и кадетским училищем. Мы не только здесь стреляли, но мы успели и поиграть в игру «Дети нового поколения» и за круглым столом обсудить те насущные вопросы, которые волнуют ребят военно-патриотических классов и нас кадет и лицеистов. По выниках споборництва вызначены пераможцы в особистых и командных заліках. Яны атрымалі дыпломы, грамоты и узнагароды от военного комиссара Гомельской области. Другое место у агульнакамандным заліку по стральбе с пневматичной винтовки заняв лицей МНС. На третьей и первой приступках пьедестала опынулися команды Гомельского городского кадетского училища. Все команды настроились на победу, до последнего боролись. Ну, волнение было в начале, а потом уже прошло. Мы очень рады, что мы победили. Помогло победить это командное единство, сосредоточенность. Вероника Ворошилина, Ганна Ковалева, Дмитрий Радянко, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель».